Дорогие дончане, сегодня у нас мало того, что сегодня хороший солнечный день, сегодня еще у нас праздник, кроме того, что вот мы вручаем нашим молодым семьям свидетельство на субсидию для приобретения жилья. Сегодня мы еще вручаем 37 ключей от новых квартир тем людям, которые ждали эти квартиры многие по 20, 30, 40 лет. И это квартиры по переселению из аварийного жилья. Я хочу сказать огромные слова благодарности президенту России Владимиру Путину за то, что он эту программу начал, и то, что он помогает Тульской области. Мы строим очень много. У нас задача построить 320 тысяч квадратных метров жилья. Огромная, тяжелая задача, но уверен, что мы с ней справимся, потому что это задача благодатная. Потому что мы строим жилье для людей. Люди переселяются в новое, хорошее, качественное, комфортное жилье. Конечно, я не могу не поблагодарить строителей, потому что вот молодец Афанасьев, он в Донском хорошо строит и качественно, и нам не стыдно, нам за него здесь не стыдно. В других местах у нас бывают разные ситуации, но мы стараемся, чтобы люди въезжали уже без сучка, без задоринки. Ну и, конечно, я хочу поблагодарить всех туликов, потому что за налоги туликов половина вот этих домов построена за налоги жителей области. Поэтому благодарите каждого, я обращаюсь к владельцам новых квартир, благодарите каждого тулика, потому что он своим трудовым рублем проголосовал, внес, чтобы было построено это жилье. Поэтому давайте, что называется, приступим к процедуре вручения ключей, и чтобы все у вас здесь было хорошо, чтобы вы здесь жили, чтобы возвращались из Москвы наши с вами жители, находили здесь работу и жили-поживали, да добра наживали. Поздравляю всех. Ключи получает Галина Владимировна Неупокоева, квартира номер 1. Наталья Константиновна Смиричинская, квартира номер 2. А где Артем? А где у тебя папа? Где папа? Ну ладно, держи запах. Квартиры, которые построили для вас. Еще раз хотел вас поблагодарить за терпение, потому что действительно долго ждали. Спасибо за терпение. И я очень надеюсь, что, получив эти квартиры, вы не будете их продавать, а останетесь здесь жить. Здесь будут жить ваши родственники, ваши дети, внуки. Я очень хочу, чтобы в Донском у нас жителей было больше, а не меньше. Поэтому строим, поэтому здесь стараемся строить надолго, чтобы дома эти стояли долго и служили вам долго. Еще раз вас всех поздравляю с праздником. Уважаемые, молодец, на тебе, на память.